В Приморском крае в музейно-выставочном центре города Дальнегорска прошли 3 мастер-класса по иконописи. Для школьников их провела инокиня Дарья Муленкова, член Союза художников города Москвы, иконописец Арсеньевской епархии. Мастер-классы по иконописи завершили экспонирование выставки старинных книг и икон «Из глубины веков». И выставка, и мастер-классы – все эти мероприятия проходят в рамках проекта «Дальневосточная ярмарка русской культуры» при поддержке фонда президентских грантов. В этом году такие же мастер-классы были в Арсеньеве, отдельно для школьников и отдельно для учащихся детской школы искусств города Арсеньева. Обычно они всегда очень хорошо воспринимаются детьми, потому что дети, ну, как бы, в обычной жизни у них нет возможности там, вот, растирать краски, познакомиться с тем, как раньше рисовали. И они просто в восторге от возможности растереть краску или попробовать что-то самим, там, например, глаз святого самим изобразить. Ну, я готовлюсь все время одинаково, потому что здесь одни и те же все операции производятся. Но иногда, когда мне говорят, кто придет, бывает, что неизвестно, кто придет. Если приходят из художественной школы, то я как бы одну им программу делаю, более такую углубленную, с художественными всякими там, ну, как сказать, с художественными всякими примерами, или как там сказать. Если просто дети, то попроще, потому что они быстро устают, и просто такое ознакомление. Инокиня Дарья рассказала участникам мастер-класса, что такое яичная темпера и как ее изготовить. Показала школьникам и взрослым, как растираются краски из натуральных пигментов, как они наносятся на подготовленную доску. Ребята смогли попробовать свои силы в растирании красок и работы с ней. Узнали много нового об иконописи и русской культуре. Мне очень понравилось. В музее я буду сюда приходить. Мне понравилось, как нам показывали, как раньше делали краски, как рисовали, на чем рисовали. И показывали нам все, как это делалось. Мне очень понравилось. Мне понравилось, как мы рисовали там. Ну, как бы, тетенька, когда она показывала краски, мне очень сильно понравилось. И теперь, ну, как бы, мы знаем, как делать те краски, там, рисовать, как. И вот. И больше всего узнали, как можно нарисовать там всякие узоры, там, не узоры. И поняли, как рисуют этот сам фон. Я узнала, как добывали краску раньше. Мне понравилось очень растирать ее на стекле и рисовать.